Мое ТВ. Творческие встречи с интересными людьми. Онлайн-трансляции музыкальных концертов. Онлайн-трансляции спортивных соревнований. Эксклюзивные интервью со звездами. Мое ТВ. Все, что касается девушки. Молодая девушка лет 22-23, ну, это не вас касается, а главной героини. Она живет в этой квартире, она ее снимает, здесь уже ничего нет, она приходит сюда, как разбитому корыту каждый раз. И единственное, что у нее осталось в жизни, это породистый щенок. Его зовут Джеки, и он, когда она заходит, вот единственная у нее радость, когда она заходит, вот щенок бросается, и вот, понимаете, это как ее ребенок, потому что у нее самой был выкидыш, и ребенок не получился. И вот это маленькое существо, оно ближе ей и роднее, чем кто-либо другой. И поэтому, когда она заходит, она все время привыкла к тому, что этот щенок бросается на нее, начинает ей рвать колготки, но это все пофиг, потому что это самое родное существо. И представляете, что происходит с человеком, когда вдруг она вот с собой принесла вот эту вот охапку еды для него, да, вот это там какие-нибудь гранулы, там, чтобы не прорекламировать. То есть она приносит с собой вот этот огромный пакет, заходит в дверь и вдруг понимает, что Джеки что-то не бросается. А почему? Потому что Джеки уже, ее молодой человек, пока она была на работе, он пришел, забрал его и продал. Породистого щенка. И от девушки требуется вот это, опять же, мизансцена, ее пройти так, чтобы разрыдались все зрители мой портал.ру, и вся Тюмень должна рыдать на взрыд. Мы поставим здесь, я прошу организаторов поставить такую музыку, не знаю, хоть Хатика поставьте, но вот чтобы, когда она заходит, да, она открывает достаточно быстро, она заходит, и вот здесь, когда он уже не бросился, и стоит гробовая тишина, она такую оценку, то есть она начинает пропитываться тишиной. То есть она чуть-чуть начинает шрудить эту штуку, что может быть он спит, может быть он не услышал, хотя она уже начинает догадываться, что что-то не так. И вот здесь вот она начинает, то есть она боится зайти, чтобы не обнаружить, что все углы пустые, что и негде щенка даже искать. Понимаете, она заходит, она разувается вот так вот, да, снимает ботинки там свои и говорит: «Джеки». То есть ее лицо, оно переполнено легкой скорбью, потому что она уже шокирующая. Она не просто говорит: «Джеки, Джеки», она говорит: «Джеки». То есть она как бы, с одной стороны, радость привычная, да, с другой стороны, это уже какая-то очень опечаленная новость, которая пришла. И она говорит: «Джеки». То есть она заходит в комнату, оглядывает все углы, и у нее начинают трястись руки, губы, лицо. То есть она осматривает все углы, они пустые, там нет ничего, потому что Джеки там тоже нет. И она осматривает, то есть, знаете, вот бывает такое, что: «Да нет, нет, он же здесь, где-то он здесь. Джеки, может быть, я не закрыла дверь, может быть, он выбежал. То есть, Джеки, родной мой, милый, ты где, Джеки? Я прошу тебя, пожалуйста, ведь у меня, кроме тебя, больше никого нет». И вот с этим вот там на руках то, что у нее есть, вот эта вот еда, она должна вот так вот сползти по стене, потому что все, она, то есть последняя у нее отобрал этот человек. Она садится и плачет, и мы должны заплакать вместе с ней. Вот это очень непростая задача, но ее нужно выполнить. Комментируй ВКонтакте. Мое ТВ. Ставь лайки в Фейсбуке. Следуй за нами в Твиттер. Смотри на мой портал в сети.